3 гражданина Китая погибли в поножовщине на одном из крестьянских угодий, специализирующемся на овощном производстве в Забайкальском крае. По предварительной версии, драка с поножовщиной произошла во время распития спиртных напитков. Жертвами драки стали мужчины 52 и 57 лет, а также женщина 39 лет. Еще 2 человека с ранениями доставлены в больницу. Производится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы тел, допрашиваются работники хозяйства. Также устанавливаются очевидцы и свидетели драки.